Лора молодая пушистая красавица. Дворняжечка, как и все в приюте, ей примерно 2 года. Была найдена в Ленинском районе. Эта малышка с завораживающим, обезоруживающим и магнетическим взглядом. Очень нежная и доверчивая. Рядом с ней всегда хочется быть добрее, лучше. Конечно, Лора это не охранник, она сама охраняемая драгоценность. И хочется, чтобы ее лапки всегда шли след в след рядом со своим хозяином, чтобы стук ее шагов отпечатывался в сердце стуком счастья. Ведь идти рядом со своим человеком для любой собаки – это самое, что ни на есть счастье. И важнее этого ничего у хвостатиков нет. Не могу сказать, что она обучена командам, но она настолько умная, что она понимает прям по взгляду, вот по какому-то энергетическому посылу, что от нее требуется. Она очень активная, она очень веселая такая девчушка, обожает прогулки. Лорочке, как и всем, нужен дом. Конечно, в приюте ее очень любят, но ей хочется засыпать не в вольере, а на своем местечке. Возможно, на диванчике. Приглядитесь, пожалуйста. Лорочка – это шикарный вариант для квартиры. Это великолепный друг для вас и ваших детей. Приютите, дайте собачушке дом. И вы точно будете благодарны, счастливы сами всю жизнь.